Очередной раз программа Танго de los Exilados. Композитор Уолтер Таи, играет Ванесса Мэй. Хорошо, душевно так катается Патрик Чен. Очень эмоционально в каждом движении чувствуется его музыкальная жилка. Не останавливается это движение ни на секунду. Вступает место на арене Брайану Жуберу. Это музыкально, согласитесь, в каждом движении. Ну и тройной аксель сегодня чисто. Сегодня он его сделал. Прыгает каскад из флипа и тулупа. Не знаю, почему-то не было в протоколах из Канады отметки о том, что он прыгает его не с того ребра. Тройной лутц в нетривиальном месте, не где-нибудь в углу, а в середине площадки, смотрится эффектно. Вращения все рассчитанные на высокий уровень. Вопрос только доделывания этих вращений, ну и дорожки шагов. Я думаю, вам по душе эти дорожки, очень пластичные, очень музыкальные, разнообразные, тянут вполне на третий уровень. Что-то говорят о каком-то дедакшене вместе с тренером Доном Лоузом.
Вау, говорит тренер. И это 81 балл. Он на 4 балла больше получает, чем в Канаде. Ну, не мудрено. Все-таки он чисто исполнил все свои прыжки.